как живет и развивается Ленинский район Самары, какие проекты благоустройства в Ленинском районе реализуются совместно с жителями и для жителей, есть ли в планах строительство спортивных объектов для детей и молодежи. Смотрите программу «Совет моего дома» 3 августа в 19:30. Гости в студии Елена Бондаренко, глава Ленинского внутригородского района города Самары, и Елена Сильверстова, председатель МКД улица Дачная, 15.